У нас сегодня с вами гости. Давайте с ними поздороваемся. Здравствуйте. Красивый чёртенький. На что он похож? Огурцовый след. На что? Огурцовый след. На колобка похож, да? Да. Я вам сейчас передам этот шарик, и вы друг другу будете его передавать и улыбаться. Наденька, передавай Матвею. Вот. Передавай Диане, Лизе и мне. Спасибо. Обычное занятие. Я сегодня в группе обнаружила письмо. Посмотрите, какой конверт красивый. А в конверте письмо. Хотите узнать, что в нем? Тогда внимательно слушайте. Слушайте, ребятки. Я Колобок, румяный бок. Приглашаю вас к себе в гости поиграть и повеселиться, так как одному мне очень скучно. Приезжайте поскорее, и мы с вами отправляемся в сказочное путешествие искать Колобка. Дел паровоз и вагончики паровоз. Чу-чу, чу-чу, далеко вас укачу. Чу-чу, чу-чу. Кто это? Бабушка с дедушкой плачут. Бабушка, дедушка, а почему вы плачете? Ой, здравствуйте, ребята. Да вот, испекла бабка-то Колобок, положила остывать на окошко, а он взял и укатился. Где теперь его искать, даже не знаем. А мы с ребятами приехали в гости к Колобку, правда, ребята? Да. Что же нам теперь делать-то, ребята? Поможем бабушке с дедушкой? Да. Ну так шагали ножки, топ-топ-топ, прямо по дорожке, топ-топ-топ. Ну-ка веселее, топ-топ-топ, вот как мы умеем, хоп-хоп. Смотрите, куда мы с вами попали. Посмотрите скорей, какая сказочная полянка. А на ней столько много цветочек. Посмотрите, какие красивые. Как поют птички, послушайте. Какая красота! Цветочки. Птичка, классные, белые, желтые. Правильно. А это красный. А это желтый. Вон и цветочек, где? Вот он, умничка. Скажите, ребятки, а какого размера у нас цветочки? Размер какого? Смотри, это какой? Это желтый. Это как? Большой? Да. А это? Маленький. Маленький. Цветочки. Нет. Нет. А топтать ножками можно? Нет. А вы знаете, как растут цветочки? Да. А давайте мы... На лугу растут цветы. Небывалой красоты. К солнцу тянутся они. С ними потянись и ты. Потянулись все. Что мы сделали? Глубоко вдохнули. Дальше мы, друзья, пойдем. Да? Построились, ребятушки. На мной идет топ-топ-топ. Ну-ка, веселее. Топ-топ-топ. Вот как мы умеем. Хлоп-хлоп. И от волка улизнул. А я то хотел его съесть. Ведь он такой румяненький, пышненький. А он взял от меня укатился. Ну не есть. Ну не грусти, зайка. Что-то наш зайчик совсем загрустил. Может быть, мы развеселим нашего зайчика? Да. Наших зайчиков маленьких. Зайка серенький сидит и ушами шевелит. Вот как, вот. Он ушами шевелит. Зайке холодно сидеть? Надо лапочки погреть. Хлоп, 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 хлоп. Надо лапочки погреть. Зайке холодно стоять?
надо зайке поскакать. Скок, скок, скок. Надо зайке поскакать. И ускакал. Кто это? Рыжая такая пушистенькая. Ой, а кто это рядом с ней? Давайте мы поговорим с лисичкой, чтобы она этого не делала. Лисонька, лисонька, где ты была? Где я была? Лисонька, лисонька, а что ты там делала? Хвостка я стерегла. Ах ты хитрая лиса! Убегай в свои леса! Давай нам колокан! Колобок, что же ты? Мы к тебе в гости с детками пришли, а ты убежал. А там бабушка с дедушкой плачут, тебя домой ждут. Ну-ка, давай-ка возвращаться домой. Ой, не ешьте вы меня, не ловите вы меня, я веселый колобок. Я же пришел вам, кабачок! Танцуем с колобком. Колобочек загрустил, ребятки. Надо ему помочь. А что мы можем сделать ему, чтобы друзей, он не грустил? Подарить ему друзей? Ага. Колобок, слышишь, мы тебе подарим друзей. Детки тебе приготовили много друзей. А ты сюда присядь и посмотри, каких мы тебе покажем. Давайте покажем. Давай. Все такие желтенькие, кругленькие, прям как наш колобок. Да? Ко мне сюда. Поближе подойдите. Я хочу вас кое-что спросить. Скажите, вам понравилось наше путешествие в сказочный лес? Да, супер. Понравилось? Да. Это такая. А кого мы с вами видели в лесу? И зайку. Зайку видели. И лисичку. Лисичку видели. Лизонька, скажи, пожалуйста, а кто тебе больше всего понравился из сказочных персонажей? Лисичка. Лисичка. А тебе, это... София? Кто понравился больше? Зайка. Зайка. А замечательно. А тебе? Пока. Колобок? Колобок понравился, да. И лисичка понравилась. Очень хорошо. И тебе понравилась лисичка. А мне зайку. Теперь пришло время прощаться. Давайте с вами вернемся в детский сад и попрощаемся с нашими гостями. Давайте все скажем до свидания. До свидания.